кто тут? Господи! Господи, допоможи, святий тут, Господи, допоможи! Доброе утро, Ира Ивановна. Доброе, доброе. Доброе утро. Что-то вы не в настроении? Что-то произошло? Да, Дениска, произошло. Только я не то, что сказать, я думать про это боюсь. Вот так. Ну, Тимур говорит, чтобы проблема казалась проще, ее нужно озвучить. Это так Тимурчик сказал, да? Да. Хорошо. Понимаешь, Денис, до меня в хату сегодня влетела ворона. Не, ну ворону я вообще пережила. Так собака моей соседки, не, он хороший песик, такой аккуратный. Да он же целую ночь сегодня выл, понимаешь? Он так выл, что мне в печенке холодно было. Ну ладно, не берите в голову. Меньше себя накручивайте, все будет хорошо. Денис, ты что, не понимаешь? Это ж все приметы смерти. Вы еще скажите, что это смерть с косой в капюшоне ходит. А может и ходит. Откуда ты знаешь? Може, вона і ходить. А от, між прочим, народні примети просто так з потолка вони не беруться. Добрий ранок. Так, всім добре утро. Добре утро. Хорошо, що всі вже в зборі, зразу візьмемося за діло. І так, наша нова знайома Тетяна Ткачук, школьна учительниця, утверджує, що і її сусіди преслідують смерть. Тобто? Смерть собственной персоной. Татьяна и другие жители этого села уже несколько месяцев наблюдают в окрестностях старуху с косой. Тобто после встречи с ней навіть помирают люди? Татьяна утверждает, что да. Она тоже видела эту старуху, после чего постоянно болеет. Татьяна опасается за свою жизнь. Женщина с косой. Смерть. Да того быть не может. Кто-то из местных просто прикалывается, что и вызывает массовый психоз. Денис, все что угодно может быть. Поэтому нас и попросили разобраться. Так что за дело. Вы вместе с Мариной сегодня отправитесь в это село. Угу. Татьяна вас уже ждет. Добро. Дорогие коллеги, вы же знаете, как я вас сильно люблю. И поэтому я вас дуже прошу. Не надо никуда ехать, а? Поверьте, смерть, она не любит, когда в ее дела влазят. Пожалуйста. Поезжайте. Не, ну, я вот это... Мои помощники отправились в село под Киевом, где проживала Татьяна. А вы Татьяну шукаете, да? Так. Вы же из реальной мистики, правильно? От, я вас у вікно побачила. А, я перепрошую, а ви? А я Мирослава, Тетянина сусідка. Я чула, як її Ірка вмовляла до вас звернутися. От. Але я вам скажу, нічого вам тут робити. Почому? Тому що хто хоче смерть зупинити, то її тільки розлютить. До Ірка з Тетяною спробували? І що? Дід Володя помер? Ну, ви не думали, що це просто збіг обставин? А я вам кажу, що ніякий не збіг. Він же мав після мене померти, а помер не в свою чергу, не в свій час. А в смислі? Померти має той, в кого коса в дворі пропадає. А коса спочатку в мене пропала, а потім у діда. Доброго дня. Доброго. Вибачте, заради Бога, що не зустріла. Я Ірина, подруга Тані. Таня до поліклініки поїхала, до кардіолога. Скоро буде. Миро. Досить розповідати дурниці. Ходімо поки що до мене в дім. Ходімо. З
Смерть всіх в чергу поставила. В кого коса в дворі пропаде, то і померти мусить. Так завжди було. А Тетяна цю чергу плутає. Мене посунула. А мене там давно чекають. Мира у нас трохи дивна. 2 роки тому вона поховала чоловіка, з тих пір все себе ховає. Вона що, хворі? У неї діабет. Але, відверто кажучи, сама себе запустила. До лікарів не ходить, дієти не визнає. І голосить постійно, скоріше померти. А з таким ставленням звідки ж здоров'ю взяти? А що вона розказувала про ті якісь коси непонятні, які пропадають? Це її видумка? Ні, то правда. Бідна Таня. Вона думала, переїде сюди, спокій тут знайде. Але бачите, що почалося? Люди смерть стали бачити. А люди із села почали бачити ту жінку з косою, коли Тетяна приїхала? Ні, ви що? Це ще рік тому десь почалося. Після того, як хлопчик малий помер, Саша. Він на сусідній вулиці жив. Щось я не дуже розумію зв'язку між померлим хлопчиком і жінкою, яка з'являється з косою. Так батьки ж його смерть образили. У нас кажуть, якщо смерть дитину колисає, значить забере. Не можна намагатися її завадити. Ірина розказала, що однажды сусідський мальчик Саша не вернувся домой після школи. Однокласники видели, как он бежал от кого-то по полю. Весь день родители искали ребенка и нашли без признаков жизни. У хлопчика була клінічна смерть. На силу відкачали його. Але ж ви розумієте, мозок довго був без кисню. Одним словом, перетворився хлопець на рослину. Він прожив ще місяць. Купили вони той апарат штучного дихання, ліки дорогі. Але помер хлопчик у муках. Забрала смерть. І з того часу почали люди бачити її повсюди. Не віддали дитину добром, тепер шукає за це собі жертв. Скажіть, будь ласка, а багато людей бачили ту жінку з косою? Багато. Я людей 10 знаю, точно. О. Я прошу прощення, задержалась, телефон дома забыла. Тетяна. Тетяна розказала, що утром вновь почувствовала недомогання. Сильно боліло серце. Женщина була на прийомі у кардіолога. Я в такі речі ніколи не вірила. Я чоловік науки. Тетяна у нас багато років працює викладачем історії у вузі. Вона, до речі, доктор наук. Але під скорочення потрапила. От і переїхала до рідного села. Ну так, да, я квартиру в Києві оставила дочері з зятем. Ну, їм мало дам нужніє. Тетяна у нас, до речі, книжки по історії пише. Да, тільки тепер я школьний учитель. От думала, домой приїду, дома стіни греють, як говорять. А тут все наоборот. Со мною здесь происходят абсолютно необъяснимые вещи. Ви не хвилюйтеся, давайте все по порядку. Що саме тут відбувається? Ну вот, началось все буквально через неделю после моего переезда. Татьяна рассказала, что однажды после уроков к ней подошел мальчик и попросил передать записку. Вибачте, будь ласка, а ви з Добрянки? Да, что? Там живе моя бабуся, її малюнок намалював. Можете передати? Вона живе на Польовій 15. Звісно. Ні, це тільки для бабуся. Ладно, ладно. Я и предположить не могла, что из обыкновенного детского рисунка в моей жизни начнется такой кошмар. По словам Татьяны, когда она подошла к нужному дому, неожиданно открылись ворота. Из двора выехала траурная процессия. Хоронили хозяйку, ту самую бабушку, которой она должна была передать рисунок.
Тетяна розвернула записку. На листке була нарисована смерть з косою і написані слова: «Я ж казав, не дивись». Я опешила від неожиданності, но взяла себе в руки і подумала, що діти, школьники просто решили мене розіграти. Но потом Тетяна розказала, що зайдя к себе во двор, вдруг почувствовала, что на нее кто-то пристально смотрит. Она увидела жуткую старуху с косой. Но через секунду все исчезло. Вот сами посмотрите этот жуткий рисунок. И вот эту старуху я видела собственными глазами. И это было не видение, это не галлюцинация, ну вы понимаете. Можливо, це все діти? Ну знаєте, такий жорстокий жарт, ви ж все ж таки вчителька нова. Да, дітишки люблять поїздіватися над учителем. Да, я так і подумала сразу. І пройшла всі начальні класи нашої школи. Ну, зрительна пам'ять у мене хороша. Но я мальчишки, который принес мне этот рисунок, среди учеников нашей школы не нашла. Так, может быть, он в другой школе учится? Mm-hmm. Да, только наша школа одна на четыре села. А потом оказалось, что бабушка, которая умерла, год назад у нее погиб внук. Так це ж той самий хлопчик, про якого, ну, я вам розповідала, Саша. Він хресник моєї сестри був. Так я Тані його фото показала? Таня каже, це якраз той самий хлопчик, що малюнка їй передав. Я не вірила в містику. Но потом со мной начали происходить такие вещи, которые я даже предположить не могла. По словам Татьяны, после случившегося она сильно заболела. Однажды женщина почувствовала, что в доме кто-то есть. Я всю жизнь писала о народных верованиях. Я знаю множество примет. Так вот, звук натачивающейся косы – это к смерти. Так само, как и стукет молотка. Это означает, смерть тебе труну колотить. Ну, вы же сама в это не верите, правда? Так в том-то и дело, что я не верила. А здесь все происходит со мной самой. Тетяна рассказала, что в тот же день она услышала стук. Выглянув в окно, она увидела, что во дворе двое мужчин сколачивают гроб. Эй! Кто вы таких? Прекратите! Что вы делаете? Прекратите, я вам говорю! Прекратите! Когда Тетяна выбежала из дома, во дворе никого не было. Но посреди двора лежала коса. Вы говорили, что болели, была температура. Может быть, вам привиделось, приснилось? Привиделось. Вот, посмотрите. Это я потом нашла во дворе. У нас в доме таких никогда не было. Мама всегда боялась точить косу, она просила соседа. Давайте зробимо так. Я візьму це в лабораторію на експертизу. Хочу оглянути ваш будинок на наявність токсинів. І особисто вас візьму кров. Хорошо, пожалуйста. Я, знаєте, я буду очень рада, якщо ви что-нибудь знайдете. Тому що здесь, ну, боже, какой-то кошмар со мной творится. Тетяна Ткачук утверждает, что ее преследует смерть. Жители села тоже видели старуху с косой. Она якобы появилась после гибели ребенка, которого у нее отобрали. Смерть приходила в дом Тетяны. Женщина видела, как возле ее дома сколачивали гроб, а во дворе – косу, с которой приходила смерть. Так как же объяснить все происходящее?
А ви впевнені, що вам не примарились ті люди з труною? Рано утром, когда я выходила в магазин, именно этот гроб стоял прислоненным к моему забору. А где он сейчас? А я его сожгла. И косу тоже. Я оттащила туда вот далеко в поле и спалила. А потом я снова видела ее. И той ночью у меня было головокружение, у меня был гипертонический криз. Я никогда в жизни не боліла так серйозно. Просто стреси провокують хвороби. Це ж нерви. То смерть її крутить. У нас є баба Леся, то вона і лікує, і почу знімає, то я її до Тані привела. То, що сказала Ворожка, лише підтвердило ужасне предположення Тетяни. Була вона тут. Косу на тебе точить. И что это значит? А ты хиба не знаешь? Попел струны та косы, що спалила, принесла? Да-да. Давай. Стежку твою плутаю, від хати відводжу, колами кривими воджу. Полями ходи, річками броди, більше не знайди дороги сюди. Що там? Нічого доброго. Надовго її стримати не можеш. Знайде тебе. І тебе теж. Ворожка велела після ритуала висипати пепел в реку, щоб відвести смерть і від Тетяни, і від всього села. Однако случилось непредвиденное. Я пепел рассыпала возле дома Іри. А навпроти – хвіртка діда Володі. Таня, ну ви ж маєте розуміти, що це просто збіг обставин. Да, но дід Володя, он же умер ровно через день після этого. А потом у Іри начались такі головні болі аж до обмороков. Ой. Слушайте, я боюсь і за себе, і за Іру. Ну, ви розумієте, у Іри же теж, у неї коса пропала. А це значить… Що, вона умре? Да. Ну, это сказки. Розумієте, я сама її бачила. Ирина рассказала, что на следующий день после того, как Татьяна рассыпала пепел перед ее домом, она возвращалась с дальнего огорода и вдруг услышала странные звуки. Кто тут? В нескольких метрах от себя Ирина увидела старуху с косой. Господи! То, что произошло дальше, было необъяснимо и ужасно. Ирина увидела рядом со смертью себя. Смерть держала ее за руку. Поряд с собой я ее побачила, а вона стояла чорна така. И ця коса... Что это за поверье с косой? Можете рассказать поподробнее? Это когда в доме пропадает коса, значит,
в доме будет покойник. Так вот, у деда Вова пропала, у Іри, у Каті. А до цього пропадала коса у тітки Олени. 2 тижні, як її поховали. У дяді Жори теж немає його. Всі спочатку хворіли, як і я, Таня, Мирослава. Я в последнее время в поликлинику хожу как на работу. То почки, сердце, сосуды, давление скачет. Нет, вы не подумайте, я не ипохондрик, но у меня такое чувство, будто я умираю. Ира болеет. Помогите нам. Итак, жителей села преследует смерть. Женщина с косой, которая забирает людей. Она появилась после смерти ребенка. Быть может, причина видения какой-то галлюциноген в воде или в воздухе. Или односельчан кто-то разыгрывает? Мальчик, который передал Татьяне рисунок. Кто он? И как можно объяснить частые смерти, происходящие в селе? Я, как и раньше, считаю, что это чей-то жестокий розыгрыш. Скорее всего, это сделали школьники. Угу. Або може бути якась хвороба, проявами якої є видіння, і яка має летальні наслідки. Але жодних ознак такої хвороби я не знайшла. Єдине, що у Тетяни загуста кров, але це майже норма. Вода? Токсини? Токсинів немає. А от вода, дивись, її можна за гроші продавати. Вона мінеральна. Нормально. А я в прошлом году це на курорті отдыхала. Я за таку воду такі бешені деньги платила. Вера Ивановна, що це у вас за талмуд? А це я вам принесла. Дуже полезна книжка. В сусідки взяла. Про смерть. Народні приміти. Дійсно полезна? Так. Да. Я от вичитала, що ворона зовсім не до смерті. А просто до того, що я почую про чиюсь смерть. От я у вас і почула. І успокоїлась. Денис, ти камеру встановив? Ну, не во всьому селі, звісно. У Тетяни во дворі і у Ірини. Одна із камер смотрить на поле. І всі вони заведені на сервер. Так що ти незрімо з нами. Хорошо. На следующий день мои помощники вернулись в село и продолжили расследование. Марина первым делом отправилась к местному фельдшеру. Взагалі народ на здорове. Довгожителів двоє у селі, багато дітні є. А я чула навпаки, що в вашому селі останнім часом дуже багато смертей. Я так не сказала, але цього року так, трохи забагато смертей. Як думаєте, з чим це пов'язане? Особисто я грішу на сонячну активність. Тиск стрибає, змабла надто тепла. Влітку спека. 3 людини померли від гіпертонічного кризу. Так, а коли це було? Зараз я вам скажу. Фельдшер розказала, що за останній рік в селі умерло 15 чоловік. Із них 11 стариків, 2 людей середнього возрасту і 1 ребенок. Хлопчика дуже шкода. Лікарі пропонували батькам відключити систему життєзабезпечення. Я розумію, це твоя дитина, але ж він тільки мучився потім. Я чула про цього хлопчика. Його батьки нібито розгнівали смерть, вона гуляє по селі. Маячня якась. Магнітні бурі на людей впливають, геть подуріли. Є у нас одна взята каскадка. Мирослава Нікітенка. То та цю смерть вже виглядає. Хоча молода жінка, їй жити і жити. Її брат казав, що на труну додому принесла, в кімнаті в себе тримала. Тим временем Денис був уверен, що все происходящее з Тетяною – проделки подростков, і відправився в школу, щоб перевірити свою версію. Но ребята все отрицали. Значить, ви говорите, що ніхто навіть і не збирався Тетяну Віталівну перевіряти? Ну, як ми там пару років дуріли, орали. Ну, а потом Леха Семенюк рысу принес. Ну, и все. А, кстати, нормально Татьяна выдержала, ну, Виталина. Выдержала? Да. Так, скажите по секрету. Кого вы подговорили показать рисунок бабушке? Я не знаю.
Татьяна Витальевна тогда всю школу на уши поставила. Нас даже на линейку вызвали. Никто ничего про ту записку не слышал, не видел. Хотя я тогда кое-что наблюдал, но не стал никому про это говорить. Кирилл рассказал, что в день, когда, по словам Татьяны, мальчик из младших классов передал ей рисунок, учительница вела себя более чем странно. Да, и что? А, конечно. Кирилл утверждал, что Татьяна будто говорила сама с собой, но рядом с ней точно никого не было. Денис обратил внимание, что их разговор подслушивают. Да, это малые. А им тоже интересно на вас посмотреть. Вы ж с телека. А тем временем Марина отправилась в дом к Мирославе. Той самой, которая советовала моим помощникам не браться за это расследование. Мою помощницу встретил брат Мирославы. А Мирослава немає. Вона в реанімації. Борис рассказал, что ночью Мирославе стало плохо. Он вызвал скорую. Как выяснилось, у женщины наступила диабетическая кома. Ее госпитализировали. Вона кілька разів приходила у свідомість, але все одно в реанімації до неї не пускають. Ви щось хотіли в неї спитати? Так, я хотіла спитати про труну, коли вона її собі замовила і куди труна потім поділася. І з тиждень тому, де вона її замовила, я не знаю, тому що в нашому селі немає жодної ритуальної агенції. Куди вона поділася, я теж не знаю. Тобто вона зникла? Розумієте, я тоді злий був. Я нагиркав на Марусю, а труну я витягнув із двору і поставив її біля паркана Тетяни. Я хотів пізніше її десь викинути. А потім, коли кинулися, труни вже не було. Ну так, а ви звідки знаєте? Знаю, її сусідка спалила. Слухайте, а ви останнім часом не чули такий звук, який начебто нагадує, як косу точить? А ви знаєте так? Чув. Я, коли Миру забрали до лікарні, перетрухав, чесно сказати. Ну, подумайте самі. Спочатку вона збирається помирати. Потім зникає труна, потім зникає коса. Потім ви ще про ці звуки згадали. Може, то дійсно якісь знаки були? Что ж, похоже, Марина разгадала одно из так называемых «видений Татьяны». Гроб, который она нашла за воротами, принадлежал соседке. Но неужели его действительно сколачивали у Татьяны во дворе? И кто это делал? Пока Мирослава не пойдет на поправку, мы не узнаем. Денис выяснил, что в тот день, когда Татьяне передали записку, она вела себя странно. У женщины были галлюцинации, но Марина ничего не нашла. Или Татьяна придумала и инсценировала случай с мальчиком. И все остальное. Но зачем? Стоп. Татьяна всю жизнь составляла научные работы о народных верованиях. Что если она решила переквалифицироваться в писателя и с помощью нашей программы сделать себе пиар? Не хотелось бы, чтобы эта версия оказалась верной. Но я продолжал наблюдать за Татьяной. И в какой-то момент ее поведение показалось мне странным. Я не понимал, что случилось. Тане плохо? Она кого-то увидела? Но кого? Или это была игра на публику? Она ведь знала о камерах. Я не мог дозвониться к Татьяне и попросил Дениса срочно зайти к ней и все выяснить. А Марина тем временем решила встретиться с председателем местного сельсовета. Знаете, приятно, когда до тебя с телебачення не новини приезжают. Бо от них хорошего нічого чекати. А такие программы, как ваша, позитивные.
Ну, з приводу позитива я б тут з вами посперечалася. Хочу поговорити про кількість смертей в вашому селі за минулий рік. Що тут говорити? То життя. Бува рік у смерті врожайний, бува ні. Для смерті врожайний. Та для кого? Ну, наприклад, для фірми, яка займається наданням ритуальних послуг. А в нас в селі нема такої. Узнав от фельдшера, что в селе в основном умирают пожилые люди, Марина предположила, что это может быть выгодно ритуальным службам. И такие смерти очень легко спровоцировать, подстроить посредством, например, сильного испуга. Ну, Олеж, вы не думаете, что я... Ні, я не думаю, що це ви. Я просто знаю, що одна ритуальна фірма належить вашому старшому синові, а ви, як я бачу, з ним в долі. То просто сюди привезли, бо у Рому зараз ремонт. Я клянусь вам, і син тут ні до чого. Про смерть з косою я чув і не вірю в це. На мою думку, то діти роблять. Я навіть припускаю, з чого почалось. Нові сусіди Тетяни малих з городу рушницею ганяли. От вони, мабуть, і мстяться. Бо вперше ту істоту саме біля їх будинку бачили. І взагалі, неприємні вони, сусіди ті. Денис тем временем отправился к Татьяне выяснить, что так сильно напугало женщину. Татьяна, пожалуйста, поговорите со мной, не молчите. Что произошло? Я следующая. То есть? Мирослава. Она умерла. И теперь она придет со мной. Нет, нет. Мирослава сейчас в реанимации. Она жива. Она приходила сюда. Татьяна рассказала, что несколько минут назад у калитки ее дома появилась Мирослава. Нет. Где она? Где моя труна? Она требовала вернуть гроб. Видай мне ее. Видай, она мне потребна. Нет, 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 нет. Видай, бо до тебе смерть прийде. Буде тобі в двері стукати. Видай мою труну. А потом я слышала звук косы в поле. Я вообще ничего не понимаю. Так, прежде всего нужно успокоиться. Потом я звонила брату ее, Боре, ну, брату Мирославы, а он то не берет трубку, то у него срывается, понимаете? А Мирослава умерла, и теперь та придет за мной, вы понимаете? Я ее видела, вот как вас, она стоит. Если Татьяна и разыгрывала нас, то очень искусно. Похоже, женщина действительно была в панике. Прошу вас, я вас очень прошу. Я попросил Дениса на всякий случай остаться на ночь в селе. Марина приехала в офис. Надо было срочно обследовать последние находки. Два точильных камня, обнаруженные в доме Татьяны и у забора Мирославы. Слухай, Андрій, тут така дивна річ. Експертиза показала, що ці два точильних камені з однієї партії. Це точно? Точно. Ось, дивись. І це не зовсім камінь, це Арканзас. И ним нещодавно точили косу. Подожди, ну из Арканзаса уже лет 200 точильных камней не делают. Я даже слышал, что этот камень может войти в разряд полудрагоценных, так как он редко встречается. Ну, то ж бы и воно. Виходить цим уламком минимум 200 років. Питання в тому, звідки така старожитність взялася в тому селі, і чому вона вот так от просто валяється на дорозі. Школьники где-то роздобули. Ну ты же не хочешь сказать, что... Так, это что такое? На пороге стояла странная фигура с косой в руках. Тем временем внезапно, просто посреди поля за домом Татьяны вспыхнул огонь. Денис и Татьяна
выбежали посмотреть, что случилось. Так, возвращайтесь домой и никуда не выходить. Нет, там же Ира. Ира, вы что не видите? Ира, смерть туда хочет забрать ее. Татьяна увидела Ирину, которую держала за руку старуха с косой. Денис ничего такого не видел, но решил сходить и проверить. На том самом месте, куда указывала Татьяна, лежала Ирина. Ира! Жива. Жива? Жива, Ирочка, пожалуйста, Ира. Я вызываю скорую. Вызывай быстрее, быстрее! Тем временем в офисе зажегся свет. И напугавший нас призрак ожил. Віра Іванівна, так серце може стати. Чого? Того. Це зачем вам швабра? Ну як це зачем? Хтось вікно не закрив. Вон води налилося в цілий коридор, я витирала воду. Чого ви до мене йдете? Та я вже пішла, но вернулась. Книжку треба забрати, це ж не моя книжка, а сусідів. Я сусідки обіцяла повернути. Да. Візьміть. Іначе біда буде. Нерви вам лечить треба. Спокойной ночи. До свидания. О. Сусідка. О, не інтернет пропав. Так, надо їм дзвонити. Я кажу, сусідка. Що? Ну, я знаю всіх сусідів на вулиці, де живе Тетяна, а одну, яка живе за парканом, не знаю, я туди стукала, мені не відчинили. Думаю, треба буде туди поїхати ще раз. Тим временем Денис успокаивал Татьяну. Ірину увезла скорая. Придя в себя, женщина рассказала, что выбежала в поле, увидев пожар, а затем потеряла сознание. Берите, берите, не берітесь. Кто там? Заходите, кто там? Это был Борис. Он выглядел очень расстроенным. Когда это произошло? Что? Когда умерла ваша сестра? Что? Як померла? Та ні-ні. Я щойно говорив з лікарем. Вона втекла з лікарні. Убіжала? Як убіжала? Когда? Куда убіжала? Отож би воно що, я не знаю, де тепер її шукати. Бісова баба. Борис розказав, що, по словам медперсонала, його сестра, вийдя із коми, почала бредити о каком-то гробі, який треба непременно зжечь. Після Мирослава самовольно вийшла із палати і покинула лікарню. Мирослав! Мирослава! Стій! Стійка! Утром следующего дня Марина пришла к соседке Татьяны Елизавете, с которой ей не удалось поговорить прежде. В этот раз моя помощница достучалась до Елизаветы. Я перепрошую. Мені потрібно вам задати декілька запитань. Це дуже важливо. Це дом моєго брата. Поки він за границею, я з мужем тут живу. Що ще треба? Справа в тому, що біля вашого будинку люди бачили дивну жінку з косою. Люди бачили. Люди пусть вам і розказують, а мені некогда. А це вже дуже цікаво. Моя помощница була более чем уверена. Сусіди Тетяни щось скривали.
Татьяна Ткачук утверждает, что ее преследует смерть. Жители села тоже видели старуху с косой. Смерть приходила в дом Татьяны. Марине показалась странной соседка Татьяны по имени Елизавета. Моя помощница уверена, что женщина что-то скрывает. Во дворе ее дома Марина заметила необычные предметы. И мы всего в шаге от разгадки этого запутанного дела. Я решил поговорить с хозяином дома и братом Елизаветы. Все его данные Марина получила в сельсовете. Оказалось, что мужчина живет за границей, и я связался с ним по интернету. Здравствуйте, Леонид. Спасибо, что ответили. Мы с вами не знакомы. Я с телевидения. Меня зовут Андрей Дебрин. Программа «Реальная мистика». Да, я вас знаю. Очень приятно. Чем обязан? Я вкратце рассказал Леониду о сути нашего расследования. И то, что мужчина сообщил мне, было совершенно неожиданным. Подождите. Елизавета сказала, что она моя сестра? А разве это не так? Я вам сейчас все объясню. А тем временем Денис направлялся на подмогу Марине, к дому странных соседей Татьяны. Мой помощник понял, что за ним кто-то следит. Что, школу прогуливал? Стой! Я хочу просто с тобой поговорить. Смотри, твоя работа. Це все не я, чесно. В это время мы продолжали разговор с Леонидом. У меня была младшая сестра, Ольчка. Была? Оле было всего 3 годика, когда... Мужчина рассказал мне, что однажды его сестра, 3-летняя Оля, убежала из дому и потерялась в поле. Девочку нашли только через несколько дней, когда выкосили траву. Она получила тепловой удар, упала и, запутавшись в густых и высоких зарослях, задохнулась. Ее мать каждый день приходила на место, где погибла ее дочь. Моя мама не вынесла этого удара. Она заживо себя похоронила после смерти Оли. Скажите, а кто же тогда эта женщина, которая живет в вашем доме? Елизавета не моя сестра. Она сиделка мамы. Мама отказалась уезжать из страны. Вот и вынуждены были нанять ей сиделку. Ежемесячно отзванивается, шлет нам фото мамы, а мы ей деньги. Но зачем ей говорить о том, что она моя сестра? А це все Кіря. Ми з ним брати двоюрідні. Ми з мамою живемо в райцентрі, але часто приїжджаємо до нього в гості. Ну і зачем йому це представлення понадобилось? Казав нова вчителька, хоче трошки її налякати. Ти рисував. А ти знав, куди повинна учительниця його віднести? Це все не я, це все Кіря. Але він сказав, що вчителька побачить похорон та й злякається. Історія з рисунком роз'яснилась. А информация, которую рассказал мне Леонид, помогла сложить все пазлы и разгадать это запутанное дело. Я отправил своих помощников в дом к соседям Татьяны. Сарай, где Елизавета и ее муж держали мать Леонида, был похож на камеру пыток. Сиделка жестоко издевалась над несчастной женщиной. Именно мать Леонида, Полину, местные жители принимали за смерть с косой. Полина так и не оправилась после смерти дочери. Все эти годы она мучилась чувством вины за гибель девочки. Воруя косы и выкашивая траву, она продолжала искать в поле свою дочь. Несчастной женщине казалось, что она все еще может ее спасти. Сиделка Полины и ее муж держали женщину взаперти. Однако Полина постоянно находила способы сбежать. Это ее видела в поле Ирина. Убегая от Полины, Ирина упала и ударилась головой.
При падении у нее оторвался тромб. К счастью, он не дошел до сердца, но спровоцировал у женщины головные боли и внезапную потерю сознания. Сейчас жизнь и здоровье Ирины вне опасности. Полина не приходила к Татьяне в комнату. Скорее всего, это была галлюцинация, вызванная высокой температурой и переживаниями чересчур впечатлительной женщины. А в поле у Татьяны было видение, спровоцированное нервным срывом и страхом за подругу. Странное письмо, которое Татьяну попросил передать незнакомый мальчик, оказалось, как и предполагал Денис, жестокой детской шалостью. А о том, что Татьяна разговаривала сама с собой возле школы, подростки Денису просто соврали. Сиделка Полины и ее муж будут привлечены к ответственности за пытки и насилие над человеком. Их ожидает от 5 до 10 лет лишения свободы согласно 127 статье Уголовного кодекса. Охренеть. Мистика. Концентрация. Правильная палочка. Никакой мистики. Андрюша, я ж поверила. А вот мне покой не дает вот этот точильный камень. Арканзас? Да. Как он оказался в селе? Я не знаю. Він просто був у будинку, який Леонід придбав для мами. Кстати, Леонид и об этом ничего не знал. Он собирается продать этот камень и потратить деньги на очень хорошее дело. А кроме того, собирается отказаться от услуг сиделок, забрать маму к себе и устроить ее в хорошую клинику. Кстати, с нашими соседками тоже все хорошо. А Ирина уже дома, а Мирослава наконец-то передумала умирать и решила всерьез заняться своим здоровьем. А Татьяна? Не поверите. Снова села писать книгу. И представьте себе, это будет мистика. А что я вам хотела рассказать? Вы помните, как я вам рассказывала, что до меня в хату ворона залетела? А потом еще собака целую ночь выл. Короче, оця ворона – это домашний улюбленец моих соседей. Ворона, значит, втекла до меня, тут заникалась у хату, а собака ж переживав целую ночь выл. І типа вив, вернись додому, вернись, переживав, звав.